Всем привет, ребят, всем привет. Сейчас мы будем с Нулсом комментировать турнирную игру. Анатар против Лермонтов. Я уже привык его так называть, старый его никнейм. Вот. Сейчас мы, значит, Нулсу микрофон предоставим. Здорово, здорово, Нулс. Шкопос? Как слышно? Привет. Привет, отлично, как у тебя все? Нормально. Собираемся здесь прокомментировать игру, да? Да. Гигантов. Как будем его называть? У него три никнейма. Ну, изначально мне он запомнился как Лермонтов. Ну вот, давай так его и будем называть, я думаю. Так будет проще. Да. Я не помню, мне нужно что поставить? Четвертую команду или опс мод? По-моему, опс. По-моему, четвертую на патче 5.0. Ну, попробуем, давай. Что из этого получится? Вот как ты оцениваешь вообще ситуацию у игроков? 3 года человек не играл, да? Я так понимаю. Я не помню. Не, я посмотрел его профиль. Последний раз он играл в феврале пару каток, а до этого в марте. Ну, естественно, прошлого года. Да. А Антар сейчас часто играет довольно-таки. Да. Ну... Победил Марара, да? Удивительно. В принципе, 2-0. До этого я не помню. Уверен. На предыдущем турнире они встречались или они как-то прошли друг друга? В отборочном. Не помнишь? Нет, не помню.
Давно было. Летом, да? Ну да, летом. В августе где-то. Так, а кто у нас карту первую пикает? Или в июле, я уже не помню. А как мы определяем, кстати, кто первый? Ну, вообще, очень часто делается так, что карту пикает тот, кто расположен выше по сетке, да? Если мы откроем сетку, то мы увидим, что у нас кто выше. А, это же групп стадия, да? Ну, тогда просто, наверное, кто захочет. Я всегда уступал. Думаю, это не принципиально. Ну вот, Антар предлагает выбрать карту. Ну, понимаешь, ну, допустим, все-таки преимущество будет у того, кто пикнул первый, потому что все-таки его подготовленная карта. И, ну, понимаешь, если выиграть первую игру, это уже плюс мораль какая-то, может быть. От поражения может следовать еще одно поражение, нет? А с другой стороны, смотри, если ты выиграешь на хоум-карте оппонента, то какая будет плюс мораль? Ну, это вообще, да, плюс мораль что-то. Ты потом понимаешь, что следующая карта твоя, которую ты, возможно, да, и подготовил. Закроешь 2-0, да. Да. Лермонтов пикает карту у нас, значит, что я это думаю, может он выберет быть? Стандартную, да, стандартная карта. Скорее всего, та, которая ему знакома, потому что я вообще Borderlands, сомневаюсь, что он смотрит. Rush за Афина Rush. Вполне может быть, вполне. Или Gold Rush тоже. Ну, конечно, за Зевса Gold Rush непростой против Локи. Но почему нет? Ты думаешь, он все так же на Зевсе играет или там на Ида уже переключился? О, я не знаю. Но я думаю, Зевс. Ван Лав. Арктик выбирает, да? Получается. Главное, сейчас не перепутать, да. Вот это. Have fun. Ну что, будет у нас, неужели, зеркалка норсов? Да. Посейдон, Локи. Ты заспавнился. Ты заспавнился. Да. Сейвим. Значит, опс. Может быть такое, что я вообще не смогу. И будешь через Дискорд. Через Дискорд транслировать. А почему так? Ну, есть карты, которые не позволяют так делать. Ну, мог бы и сыграть сейчас, в принципе. Ну, помочь бы, да. Кому-нибудь. А знаешь, кто выигрывает, тому помогаю. Да. Точнее, кто проигрывает, тому помогаю. Так тоже можно. И чтобы они играли бесконечно. Те же боги, а игра даже нельзя менять. Да. Подожди, ты разглядел, там были два Норса, и я... Локи видел Посейдон Один... там был. А, Посейдон там был? Один это ты был. Да. Навальный, точнее Лермонтов, будет играть на Посейдоне. Ну и как ты считаешь, вот Люра сейчас хороший подарок ему принесет на базу? Мне кажется, необычный. Ну, кстати, вижу, микруха хорошая у Навального, у Лермонтова. Прям очень даже. Сейвит, чтобы рабочую спрятать. Да. Да, нормально. А мы можем здесь... не, мы не можем посмотреть ресурсы, потому что карта была переделана. Да, да. У нас Анатара играет на Локи. И смотри, 9 хп осталось в тележке. Смотрим. Да, 9 хп, а что ему делать? Опасно, опасно. А прикинь, надо свапать с тележкой, которая на золото. Ну да. Ему нельзя вообще подставлять, ему нечем танковать, понимаешь? То есть если он выходит, да, да, ему надо свапать 100%. Ну я так понимаю, он Локи мейн, да? Потому что иначе Локи здесь, ну, в целом неплохая карта для Локи. Знаешь, на турнирах Арктик, когда была эта карта, то только обычная, да, стандартная версия, всегда брали Локи. Да. И на турнирах тут была зеркалка Локи, там Шелти играл, Матреус и так далее. А вот смотри, Ульсарк бежит и видит, как медведь направляется в сторону базы.
Сейдона, и там, смотри, что происходит. Там рабочий... Нет, нормально. Там еще один медведь пришел. Не знаю, почему не выходит на лес на большой Лермонтов. Вот. Ну, а может хочет ранний переход какой-то? Там рабочий пытается в одиночку приманить медведя под ТЦ. Да. И вроде как получается, да, но обидно, что... Нормально. Да, у него очень много пробитых, согласись. А вот у Грека проблема с тем, что он не может никак отхилить, да, своих рабочих. У него ничего нет. Ну, он может просто отправить и добывать лес или козочек, да, знаешь, на базе. Безопасности. А если бы там был Тор, какой-нибудь пожар, ты понимаешь? Как все иронично бы закончилось. О, релик очень хороший, да, на добычу дерева и золота можно подобрать. А снизу тоже смотреть фермы. На фермы, да. Здесь было увеличено количество реликов, да? По-моему, 6. Я точно не помню. Ну... Может, изначально даже было 6. Ну, Blue Crystal Shard хочется взять прям очень сильно. Не знаю, почему Анатар, играя на Норсах, не может взять Тора здесь. Он же вроде на Торе поигрывал. Здесь Тор вообще идеальный вариант был бы. Может, хочется рейдить, тут все-таки есть пространство, знаешь, и лес, он такой на передовой, можно сказать. Ну, в любом случае, для Посейдона этот матчап непростой, да? То есть... Я думаю, да. Тем более, две золотушки на базе у нас. А, нет, одна, да? В этот раз одна. Да, а можно было бы вето взять. А я точно не помню, тут может быть две золотушки, да? Да, да. Какая боль, у него все просто... Рабочего может потерять. Не, нормально. Еще проблема в том, что тут лес весь, ну, далеко находится от ТЦ, и пожар здесь был бы хорош, но он в локе, к сожалению. Единственное, что может сделать, это поставить фонтан у себя на базе, например. Угу. Какой-то все равно поздний переход у игроков получается, да? Ну, это потому, что они тратили время на то, чтобы убивать медведей, да? Это основная проблема. Там еще, смотри, у Посейдона стоят три медведя, которые, ну, не атакуют никак. Угу. А очень хотят, да, в будущем? Да. Так, и что у нас по билду? Закрывается золото. Похоже на один ТЦ кони вообще. Ну а что ему тут? Брать второй ТЦ может быть опасно, потому что да, выходить на охоту потом будет сложно, да? Тебя за это могут наказать, просто перемасив. Здесь очень сложно играть с двух ТЦ. Я вообще считаю, что кроме египтян здесь никто не может с двух ТЦ отыграть, как будто бы. Как считаешь? Ну, Зара, да. Ну, Сет еще возможно. Не, Исида тоже тут плохо, мне кажется, два ТЦ. Ну, смотря, если только передовой. Ну, потому что Исида не может, да, охоту добывать. Сет может... Два ТЦ бараки, нет? Например. И Анубис. Ну что такое? Вариант, да. Но против Локи не хочется Анубис. Согласен. Ну если ты берешь Анубис, то ты уже один ТЦ играешь, потому что два ТЦ Анубис, ну очень... Не, ну почему? Ну, смотри, два ТЦ, два Анубита и стараемся рейдить. Герои вроде как, не знаю, может и будут догонять? Ну ты не сможешь, по крайней мере, знаешь, сидеть там на ресурсах, издеваться как над Одином. Да. Закрывает две конюшки. Лес. Две конюшни. Есть топор, кирки нет. Ну, как что. Будто, не знаю, третью конюшню здесь не хочется ставить, потому что, наверное, смысла, в луков выйдет, да, скорее всего. Разбавит. Посмотрим. Мне нравится, что Анатар добавляет восьмого рабочего на еду. Быстрее будет убивать медведей. Да. С меньшим потерями. Ну, смотри, тут у Посейдона варианты какие. Две конюшни, пытаемся там рейдить, драться как-то и выходить на второй ТЦ. Ой, смотри, телегу потеряет сейчас Анатар. Да. Минус единица хп. Жесть. Нет, вау, смотри. Перестал агриться. Нет, тут другой еще медведь. Не, но он сагрился на рабочего, повезло. Рабочий уже, у них агр пропал, и рабочий может умереть, смотри. Нет, нормально, Анатар вручную замечает. Жесть, 1 хп, телега и рабочий, 21 хп. Из-за этой стенки... Медведь не может напасть на рабочих, которые добывают лес, смотри. Да, Он постоянно бегает туда-сюда, он не может. Вот они уже второй тоже бегают.
Прикинь, подарок был бы такой, рейдят, медведи просто в лес тебе. Да. Собирают релики, ребята, вот. О, на миф спам взял, да? Хорошо, там можно будет кабанами неплохо тогда спамить. О, еще один медведь откуда-то взялся. Но Антар тут без проблем справляется. 9 гномов на золото. Больше не добавляет вроде. А уже, смотри. Дерево, кстати, мне нравится. Уже средние кони. Да, то есть два героя. Mm-hmm. Он добавил одного на храм. Видимо, будет делать чардж, да, какой-нибудь. Он даже может кирку не делать. Тут и плуху тоже может не делать. Почему кирку может не делать? А, ну у него, в принципе, релик. Ну, да, да. Ну вообще я бы сделал, конечно. Тем более, нет, есть топор, да. Да, 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 да. Тем более есть топор. Не, играя через коней с одного ТЦ, кирка это как будто. Ну я бы просто сразу сделал. Он здесь. Еще в архаике. Топор. Во время перехода. Да, да. Во время перехода. Mm-hmm. Кирку. Mm-hmm. Ой, рабочий может потерять антар. Да, потеряет, скорее всего. Нет? Смотри, микрит. Нормально. 3 хп у рабочего. Боже, как же. Какие же они все пробитые. Прикинь, пробежать туда конями, но не видит. Игроки стараются, молодцы. Да, не видит. Анатар. Тут у него уже доехал Грейт. Посмотрите, сколько медведь снял хп этому Тисею. Посмотри. 100 хп почти снял. Потому что он его случайно ударил. Да. И медведь раздамажил так. Жесть, 9 урона у него. Здесь плохой файт, наверное, для Носа. Для Анатара, да. Да. Там половина героев просто не участвует. Просто обходили, да, просто обходили ягоды вообще. И смотри, и стоит на базе 4 херсира, еще стоит на базе. Да, ему надо бы отступить, фонтан на базе скастовать. Подраться просто, да. Под храм, да, куда-нибудь и отхилять, допустим, телегу можно было бы так же. Угу. Ну, очень нет, много, да, он. Не достает. Фонтан. 4 херсира. 4 херсира потерял. Это много. Чарджа нет еще, да? Да. Очень сейчас сильно. Уже, думаю, можно третью конюшню вставить. Ой, очень хороший миф юнит ему заспавнился, и сейчас... Да, 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 да. Можно было бы поджать там каким-нибудь бараком, например, чтобы он не убежал. Не знаю, что у него там по дереву. Но все равно неплохо получилось. Очень, смотри. Очень нужный сейчас миф юнит наспавнился. И смотри, который... у Лермонтова на базе кончаются козочки. И ему придется. Да, выходить на охоту. У него, кстати, медведи в тылу медведи у него есть. Вот там, скорее всего, немного, да? Потому что Люра там часть притянула. Кстати, да, там Люра еще участвовала, скорее всего. Смотри, пытается рейдить, но тут башня. А он не видит, Посейдон не видит, куда он может прибежать. Карта, видимо, плохо разведана. Ему нужно постоянно прочекивать медведей, да, вот так. В тумане войны. И видеть, где Норс находится, а он не видит. Ну, у Антара тоже дела-то не очень прям... Он не а Натар не видит, что у него в верхнем углу. Может, там да. была охота, и он возвращается смотри, на базу. Смотри, он целых гномов отправляет охотиться, да? А пробитых рабочих возвращает добывать ягодки на базе. Молодец. У него есть еще козочки с апгрейдом, кстати, уже, да? А, он делает ульфов, смотри. Разбавляет, но тоже неплохо, да. И они дешевле, по идее, кстати, да? Очень интересное решение. Я вообще никак не могу посмотреть ресурсы, есть ли у него там на переход. Только через постгейм, если. Вряд а тут ли. Хороший файт, пока, смотри, Грек добегает, нет, нужно но уходить, тут уходить, надо уходить, нужно. Да, уже надо уходить. Он это прекрасно понимает, да. Но мы нашли медведей. Да. Как же много Посейдона, да? Да, с чем внезапно, да? С чем это может быть связано? Из-за того, что плохие файты, да, наверное, были? Да нет, там просто на базе ульфы стоят, смотри. Ну это тоже, но он потерял, помнишь, да? Да, но я думаю, сейчас на самом деле у него армия сильнее. Берет ТЦ второй. Сейчас мисплей произошел, да? Да, да. Теряет ульфов просто. Потерял двух и пытается убежать, но... Антаро очень боится, то есть он очень пассивно играет за Локи. То есть тебе нужно пытаться как-то вот рейдить, забегать. У него, смотри, башни у него закрыты, да? То есть... в принципе, дерево у него должно быть, учитывая, что у него 5 на лесе, да, чтобы сделать банальный апгрейд на башне, да. И рейдить. Иначе будут рейдить тебя, да, вот ты стоишь на базе. 20 коней направляются, смотри, 20 коней направляются в сторону гномов. Но почему-то побежали вниз. А там у Посейдона уже второй ТЦ.
Ставится арчерка от него, да? Решает больше коней не делать. Чарж мы не видим. Он даже не изучается. Коней он больше не делает. Голда заканчивается. И Норс это видит, потому что шпион там висит. И вот сейчас... Можно драться. Ой, смотри, смотри. Вот тут можно часть... Зажать, да? Можно было бараком просто закрыть половину, да? И... Смотри, все равно неплохо. Ну да. Тролль. Нужна геройка и пушить. Вот скажи мне, здесь можно ли сделать Норсу прям броню сразу в архаике? Или надо дожидаться геройки скорее? Я думаю, во время перехода в геройку можно кликнуть армор. Ну да. Заканчиваются вот, заказана геройка. Есть пачка медведей слева. Да, да. ТЦ второй, да, хочет, наверное, взять Антар? Скорее всего, да, возьмет. И плюс геройка, хорошо. У него нравится. Геройка в заказе? О, да, это хорошо, да. Это хорошо. Ему срочно нужно разведать верхний угол, потому что, смотри, внизу, да, если посмотреть у Посейдона, есть, да, охота такая. Может, и у него будет. Да. Ну, конечно, шансов на это не так много уже, я думаю. По-прежнему без кирки играет. Так сильно надеется на релик, который дает половину того, что дает кирка. Ну, по-моему, вместимость, да, не дает. Ну, он сейчас делает луков, может быть, из-за этого нет леса. Геройки у греков самого нет. И сейчас кони далеко. Может быть, можно подпушить как-то, нет? Попытаться. Домики поломать, например. Что-то делать. Ну, согласись, пока что ничего особо не произошло, но в плане рейдов, да? То есть один не рейдит, второй не рейдит. Как будто чего-то боятся оба. Да. Лермонтов пытается найти какую-то халяву. Да, но... Ну, не больше, да? Знаешь, всегда не больше. Ну, Локи прям чересчур надежно тут добывает. Ставит вот арчерку, кузницу всеми рабочими. Спешит, всего, наверное, уже. Геройка сейчас. Смотри, и башню уже ставит, как будто ждет сейчас налом на этот ТЦ. Афродита заказана, отлично. А почему Афродита? Ну, ради ульфов, да. Мне казалось, бронза в ФВ норм тема, не? Смотри, рабочие у Лермонтова прорубили лес. Теперь медведи могут атаковать. А, да. Один уже вбежал. А у меня такое было, мне убивали так. Я тебе больше скажу. Я помню, как тени нейтральные на меня напали и убили всех, кто на лесе был. Смотри, он добавляет больше ульфов, делает апгрейд, да, он делает... Апгрейд браги? Да, смотри, вот это правильно, вот это правильно. Анатар молодец, Знаешь, я бы предпочел здесь прыгнуть в мифику, потому что ты не сможешь здесь скастануть сейчас огненное оружие, да? Смотри, какой хороший рейд от Анатара. И вау. Лермонтов сам себя закрывает. Жесть. Вау. Ему надо шикарный открывать рейд. Ворота. Очень много шикарный потерь. Рейд. И тут он отступает, видит, что вся армия грека тут. Он не может драться частями. Он сделал очень хороший рейд. Просто да. Отступить. Может на золото? На золото теперь. Так же на золото. Да, он на золото бежит, там висит шпион. И, по-моему, Лермонтов как будто это понимает, либо он пытается... Да, он на охоту выходит, он не понимает, что сейчас будет. Вот мифику, да, как будто бы Антару Да, хочется. Тюр, да, согласись. Да, карта да, открытая, всё. Карта открытая, тут тюр вообще на ура заходит. Ну, ой, тут... не надо драться. Ну тут не надо драться, либо ему... Не знаю. Надо отступить. Тяжелые люфы, но их мало. Да, очень мало. Плохой файт. Я понимаю, что сейчас... херсиры делают? Херсиры залезли в лес. Ой, еще. Заспаунился. Под бафом. Смотри, ульфы все разобрали. Жесть. Там было 7 ульфов. Не, ну с апгрейдами они просто порвали. Там суть в том, что кабаны, понимаешь? Кабанов нечем убивать. Вау. Это массакри. Он весь первый тир сделал апгрейдов. Весь первый тир. Молодец. Вы посмотрите, что по очкам происходит. Тотальное преимущество Локи сейчас. Просто делается тюр, и игра выиграна. По факту. Не работает второй ТЦ у Локи. Второй ТЦ, да, потому что он
как Анатар говорил, ну, я с ним общался на эту тему, почему не работает второй ТЦ. Второй ТЦ работает тогда, когда у нас просадка по лимиту происходит, понимаешь? Просадка по лимиту — это делается для того, чтобы было больше спама, для того, чтобы больше юнитов боевых было. Если мы видим, что файты какие-то неудачные для нас, то мы делаем рабочих тогда в этом случае. А если у нас все хорошо, мы ничего не заказываем. Это плюс 15 лимита для него. Как ты на это смотришь? Ну, я бы просто заказывал гномов элементарно, чтобы у быстрее него продать, быстрее купить еду, быстрее прыгнуть мифика. У него и второй ТЦ не работает, потому понимаешь, что... Понимаешь, если бы он прыгал бы, ну, атаковал бы этой армией, да, а не стоял бы. Вот он очень хорошо делал, когда рейдил херсирами. Да. Ему нужно продолжать рейдить херсирами, кабанами и топористами, да, как-то вот с кипоспистами драться. Все. Потому что золото открытое, все. Ну согласись, Локи быстрее выходит в рейд, чем Посейдон. Да, у Посейдона конечно. Очень долго создаются кони. Он ждет средний апгрейд, там ранее все делает, да. А Локи может сразу в архайке уже бежать вперед, там что-то пытаться делать. Главное микрить просто и все. Смотри, дабл хилфорд ставится. Очень да. интересно. Только как-то, знаешь, очень пассивно. Мог прям в упор. О, третий. Да, да. А, это храм, храм. Он просто занимает центр карты. И сейчас, походу, пойдут какие-то хускарлы, возможно, ярлы. Не, но он хускарлов делает, даже микс. И мифика будет заказана? Если мифика, то это как будто бы ГГ. Да, там да. есть перемир. ФВ тюр, еще... Да, тюр, ФВ. Просто тюр, и все. ФВ да. еще не потратили? Нет, не, хель. Отменил, смотри, отменил. Тюр, да. Все, шикарно, молодец. Анатар быстро Ой, вообще... учится, он быстро учится. Очень. Мне нравится, как он играет здесь, очень молодец. Ему единственного, чего не хватало, это немножко брать, ну, игру первым номером играть здесь. Он как будто бы чего-то боится. Он не знает своего оппонента, да? Чего третий от него ожидать? Я бы взял здесь. Или Fortify. Третий ТЦ берет Посейдон. О, это, кстати, прям под тюр, представляешь? Да. До сих пор нет кирки почему-то. Странно. Я тоже заметил, что без кирки играет. Но третий хилфорд сильно. Ему пора уже делать плуг даже, потому что он потихонечку фермы выходит. И смотри, и выходит в ярлов. Но ярлы тут хорошо, потому что там пехота. Да. Согласись, да, хускарлы да. отлетают от них. Просто надо уже в кавалерию выходить. Я Анатару, кстати, об этом говорил, что... И смотри, и видишь... берет третий ТЦ. Молодец, молодец. Маркет по дистанцию караванов. Сейчас караваны у нас пойдут. И там золотушка еще есть. Третий тир апгрейдов на экономику. У Локи. Ну, нет, форты это хорошо, клуба. Форты это всегда какая-то, как тебе сказать, надежная позиция. Ты можешь перекидывать, прятать армию здесь. То есть в дальнейшем все... отсюда могут пойти баллисты какие-то. Баллисты, да, 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 да. Лейтеи. То есть это все, очень хорошо. Нужно пушить, нужно прямо сейчас пушить. Тюр. Делается Fortify ТЦ. Пока что апгрейды никакие не заказываются. Очень грамотно насеивает фермы. То, чего не хватает некоторым игрокам на Локи. Вот. Ну ты знаешь, как они обычно дома ставят. А Анатар все вокруг башен. Башни проапгрейдил. Но за эти дома его никто не наказал. То есть, честно говоря, Лермонтов мог бы там как-то поактивнее дома побить. Забайтить, допустим, на башни. Апгрейд башен, да, ранний. Угу. Тогда бы там не было второго ТЦ в помине. Чего-то боится Антар? Вообще непонятно чего. Может, Fortify ТЦ ждет? Просто нажимается огненное оружие. У него еще армия вот стоит. Или апгрейд какой-то ждет. Чемпионскую пехоту. А, он ждет апгрейд, наверное, да. Ну, это серьезно. Смотри, у Лермонтова даже нет еды, чтобы... Рабочие делать с 3 ТЦ, представляешь? А тут уже сейчас будет огненное оружие и... А у него никаких апгрейдов на армию нет, там уже чемпионская пехота. Да, это вообще ГГ, как будто бы. Смотри, нету никакого, как тебе сказать, сложно напасть на ТЦ. О, вот тут подарок. Вот тут подарок, и можно забирать вот этих всех рабочих здесь. Ой, кабан, смотри, как хорошо подкидывает, да, просто прям да. в лесе вот тут. Все рабочие забираются, там, по-моему, да, один только смог убежать. И делает, сейчас...
огненная. Моментально оружие. Жал, ты видел? Да, 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 очень хорошо. И волки прям с тыла нападают в луков, смотри. Ну, прячется, прячется в ТЦ все. Тут... Да не спасет, да не спасет. Ну и что? Ну тут надо, да, бить арчерку и сразу в ТЦ идти. Смотри, на другом ТЦ съедают рабочих на лесе. Да, вот тут больно. На мэне съедают фермы. Да, ну это ГГ, вообще без шансов. Тюр очень сильный вышел в итоге. Очень сильный. Жесть. А волки-то, с апгрейдом, смотри, вот эти вот волки Тюра, они имеют апгрейд на скорость. На них тоже действует, 1-0 в ЛП, да. Я не знаю, это очень хорошая игра вышла. Вау, круто. Это, я не знаю, тут ВП можно написать. Очень грамотная игра от Локи. Вот немножко не хватило... Ну, на себя взять игру первым номером. А так все делал хорошо, даже сказать было нечего. Удивил, удивил, ничего не скажешь. Ну, я не понимаю, если честно, пик Посейдона здесь вообще в целом. Да, Посейдон... Может, он не знал, что с этой картой сделали, понимаешь? Такое может быть. Что он не знал, что тут одни медведи будут. Можно даже будет потом у него спросить, да? Мы пересоздаем или тут же? Как мы делаем? Выходи. У нас же был матч ТАЦ. Да, точно. Один ноль. Анатар выигрывает. Представляете? Что творит? Ну такой игры я точно от него не видел еще. Даже, знаешь, особо прикопаться было не к чему. Да, были мисплеи, там потерял пару ульфов, плохой файт принял. Но в целом-то идея правильная того, что делать нужно. И стенки строил, пытался засейвить себе золотушку, ставил форты. Взял тюр под ФВ. Шикарно. И вот результат в итоге. Побеждает очень сильного игрока. Согласен. Лермонтов, по-моему, что-то около 1900 имел, когда еще рейтинг, да, не переделали. Ну, играл он очень хорошо. Причем на всех греках, то есть там не был только Зевс. Но вот под эту карту он... Ну, он давно не играл, конечно, тут не стоит как-то его винить. Так. Я думаю, что ему нужно больше времени. Это в онлайне игра. В чатике отвечаем. Да. Так, ну и что, какая карта будет у Антара? Так, если у Норс Мейн... Я бы брал бы. Он честно, говорит, Оазис? Что он говорит, что я знаю, какую карту он хочет. А я знаю, какую карту он хочет. Ну, потому что вы с ним общаетесь, да? Да. Ну, что? Да. Что это будет? Сейчас ты. Ну как ты думаешь, что это за карта? Я думаю, это будет Оазис, Акрополис или Borderlands. Не угадал. Серьезно? Это Gold Rush. Ну тоже ладно, тоже брокен карта для Норса. Прям очень сильная. Здесь у тебя есть миллион коров, две золотушки. То есть здесь можешь сделать один ТЦ мифика за Локи и вообще только так. Ну, очень легко. И побеждать. Но тут Лермонтов обязан брать Зевса и пытаться Фина пушить. Даже карта намекает, да? По названию, понимаешь? Раш. Да. Причем Лермонтов в прошлом очень хорошо рашил за Зевса. Прям очень качественно. Там был и тайминг через шторм, да, быстрый проход, шторм в голду. Там, ну, возможно, все оппоненты просто да. Падали. Посмотрим. Разминочная была. Кликаю, я уже, знаешь, кликаю Ctrl-Z, как будто выиграть нужно. Непривычно тебе сидеть комментировать. Ну и что? Привычнее видеть себя там на турнирах. Да. Ну что, Аид. Аид. То, что я тебе и спрашивал, играть ли он на Аиде, будет ли он брать, в итоге взял. Я очень здесь поддерживаю выбор Аида, то есть из всех греков, ну, Зевс, в принципе, играбелен, да,
Но если Антар бы хорошо закрылся, да, то Раш мог бы не получиться. Тем да? более две золотушки на базе. И посмотри, какая золотушка вторая, да, прям под двумя башнями ТЦ, очень хорошая. Здесь очень часто у тебя, ну, золотушка под двумя башнями. Но Аиду в этом плане вообще не повезло. У него две золотушки и те передовые. Ну, жесть. Он в любом случае в этом матчапе будет агрессором. Да. Даже если с двух ТЦ. Агрессором кто будет, ты сказал? Аид? Аид, да. Если он пойдет с одного ТЦ играть, то да. Даже если с двух, на самом деле. Он поставил стражников, кинул, и, в принципе, ну, Локи не очень любит рейдить золото. Ему бы лес, какую-нибудь охоту, да. Хотя бывает, когда в золоте заспаунится какой-нибудь тролль, даже тролль. Это приятно. Можно выиграть немного времени себе. Так, пока что вот пробежался Ульф рядом со скаутом, но не решился он кидать туда шпиона, чтобы больше разведать. Как ты думаешь, вот за Локи здесь второй Ульф, это же вроде хороший вариант, чтобы собрать, да? Да, 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 я бы сделал, скорее всего. Да, это чуть-чуть хороший. Позже будет переход, но ты себе можешь обеспечить игру после того, как тебя сгонят, да, допустим. Ну, согласись, против Аида драться, у которого есть рестор. Тяжело, тем более ты убиваешь, там еще и тени выходят. И сильные луки, которые имеют к тому же плюс 5% к скорости передвижения у Аида. Я вот точно не помню, только у Аида или у всех греков? По-моему, только у Аида. У Аида. Да. Да. Так что тут сложно. Есть релик хороший для Локи, чтобы там, не знаю, если он опять тюр возьмет в этой да, игре, да. Спамить мифов, вот. Тут, конечно, Лермонтов пока что еще не разведал свои ТЦ. Да, он вообще ничего не видит. А мне кажется, как будто он и не собирается. Нет, ну вот его ТЦ левый нижний, но он не очень хороший. А вот ТЦ, который возле оленей, скорее всего, да, которых он добывает сейчас, он потенциально лучше? Интересный. Да, конечно. В чем лучше? Там, во-первых, там олени, золото ближе, ягодки есть, лес будет ближе, скорее всего. Вот ну, ТЦ, который левый нижний, да, он, ну, леса вообще поблизости нет. Ну да, тяжело. Вот с лесом это проблема. Хотя есть олени, да, есть золото, но очень нужен лес, особенно Аид, да, который будет делать луков. Поэтому тут выбор однозначно. За Аида выбор однозначно лес всегда. Как ты оцениваешь темпл, который ставит сейчас Аид? Можно было бы понаглее, наверное, да, ставить перед башней? Да, не принципиально, да. На самом деле не принципиально, потому что... Ну, долго ломать. Да, в любом случае. Возможно, хочет, наоборот, минимизировать шансы его утери, потери какой-то. Ну, у Локи, в принципе, неплохой храм. Учитывая, что там не Зевс, то есть сломать этот храм быстренько не получится. Ну вот. И что, у нас поздний переход получился, да, немножечко? Форсети... 5 гномов аж. Да, через 5 гномов. Ну, бывает, да, когда какие-то проблемы с едой, хотя какие тут могут быть проблемы, да, спрашивается. Ну, и что, у Лермонтова, похоже, билд на 1 ТЦ. По апгрейдам... Ничего. Будет ли он делать там топор кирку? Или это... Ну, это могут быть 2 ТЦ, но очень такие, знаешь... Да, это может быть 2 ТЦ. Это герой плюс 2 ТЦ. Поздний, но тяжело. На лесе всего 5. Поэтому... Не знаю, 7 на еде это очень много, если ты хочешь... Не, если ты играешь через 7 на еде, ты должен сразу топор делать. Кирку не делаешь в этом случае. Но топора здесь нет. Да. И я не понимаю, что это. Возможно, это все-таки 1 ТЦ игра. Как-нибудь барак арчерка, но опасно. Хотя всего лишь 6 коров на базе у Антара, да? Не то чтобы это много. 6, да, очень мало. Он, вот, мне кажется, если бы построил второго Ульфа, было бы побольше. Нет, берет ТЦ, да, Лермонтов. Берет нижний все-таки, он хочет себе защитить именно охоту. Да. Считает это более приоритетным. Ну, в принципе, медведя можно вот нижнего как-то попробовать подтянуть к ТЦ. Да, будет не идеально под ТЦ, но... Да нет, будет. Я думаю, оленей достаточно здесь.
Нет, так все герои все равно делают. Ну, это, видимо, у него билд немножечко другой. Но там, где олени, там и медведь рядом. То есть под амбар можно И, будет да, ну вот засунуть. смотри, не хватает на ТЦ у него немного. Вот то, Вот что ты только и сейчас. говорил, да? Вот дерева, наверное, и не хватало ему. Да, да, 5 на лесе это мало, очень мало. Потому что он второго героя создавал. Если бы он не делал героя, тогда бы он взял ТЦ. Но зато у него теперь есть такой, знаешь, запас по идее хороший. Что может ему... Проблема в том, что шпиона по-прежнему нет, но хороший рейд. И смотри, очень да, хороший рейд. То есть ошибка Лермонтова в том, что он берет ТЦ, и у него все герои Минотавр защищают именно этот ТЦ, и в тот момент ему просто сгоняют с охоты. Ну, там уже оставалось два оленя, поэтому я не думаю, что он сильно расстроен. Рабочих он не потерял. Да, это сейчас хорошо. Можно просто сделать грейд на овец и, в принципе, жить прекрасно. 10 коров, это очень много. Ну, кстати, стражники он как-то поспешно, знаешь, использовал. Ну, я считаю, ну, что он хороший ТЦ взял в любом случае, потому что да, там ну, и кабаны есть рядом. Хочется стражников на все-таки на этот ТЦ, который взял, использовать. Потому что теперь очень тяжело будет добывать оленей, знаешь? Да. Локи может скопиться и сгонять постепенно. Это неприятно. Да, вот. Делается апгрейд уже на херсиров, на скорость херсиров. Ставится арчерка барак. Ну что, вот на месте Антара здесь можно просто прыгнуть в какую-то геройку быструю, да, и запушить второй ТЦ вообще. Да, можно попробовать запушить, потому что он открыт, и там нету бараков, то есть дотекание будет с мейна идти. Все Даже на мейне у него. Нет града на овец еще, да? Для Лермонтова, к сожалению. А очень здесь он нужен. Но он, не, Здесь... наверное, это слишком рано было бы. Он мог бы сейчас на курочек выйти или выйти на кабанов, которые у него есть. И просто у него две охоты в одном экране. Тут защищать очень легко было бы, согласись. Ну да, кстати, да. Может быть, да. Ну смотри, Антар уже рейдит, направляется прочекивать это место. Антар, на самом деле, опять вот немножечко играет пассивно. Здесь он, да, может напасть, напрячь эту охоту. Всего лишь два героя у Грека. Да, пока что армии нет, это вообще ерунда, можно сказать. А время-то идет. А время идет. Ну... Аид не может да. сделать апгрейды, хотя вот уже пошел топор. Топор пошел после того, как уже армию он начал делать. То есть до этого он не мог делать, потому что иначе тогда, ну, у него просто два героя и все. Он поздно бы вышел в лимит, и за это Локи мог бы наказать. Но Локи играет пассивно, играет через 9 героев и летит в геройку просто-напросто. Ну, у Аида здесь все очень хорошо, на самом деле, потому что... Анатар понимает, что сейчас масить героев... И он ничего не сделает толком, да? Будет ну, нехорошо. Он просто летит скорее в геройку. Будет, да, будет стандарт сейчас. Геройка плюс ТЦ. Ну да, всего. 9.30 геройка какая-нибудь. Возможно, не плюс ТЦ, а с одного ТЦ попробует запушить с кабанами, да, в этот ТЦ. Опасно. Против Аида с рестором очень опасно. Ну да, рестор сейчас, это сейчас проблема. Все зависит от макро Лермонтова, потому что вот такое раш Аид отбивает, да? Вообще легко. Хороший тайминг. А знаешь, что еще может быть? ФМ с да. одного ТЦ. То есть сразу может после геройки быть, да. пойдет ФМ. Может быть, но очень мало на золоте, всего лишь 11 гномиков. ФМ плюс кажется. Форт, прям под две голды возле передового ТЦ. И такое видел от Рейда, он так делал против Аида. Если Анатар это сделает, я не знаю, я буду аплодировать стоя. Но это реально было бы очень сильно. Если он смотрел игру, когда я комментировал, и повторит то, что там сделал Реда, это очень сильно. То есть там форт плюс темпл ставится, идут гиганты плюс баллисты под ФВ. Это очень сильно там. Смотри, плюс нитхок в луков. Может поймать дотекание, но нет. Да, да ему, он не может драться. Ему надо дотекание только если ловить. Ну хорошо, что он Атар контролит. Это очень хорошо. Выходит на передовое золото уже. И смотри, часть юнитов отправляет рейдить, разбавляет, немножечко добавляет кавалерию. Ну тогда хорошо. Ему надо еще один барак ставить, нет? Да, конечно. У него пока что очень мало дотеканий. Ой, сейчас на муви тут. А, из-за того, что урон... Не страшно, не страшно. Пропустил один урон. Херсир. Не, нормально. Все-таки страшно, когда ты играешь с одного ТЦ, но согласись. Тут любой герой сейчас... Уходить с охоты, у него есть снизу очень много кабанов, очень много... Быков. Темпл прям Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит на охоте? Сейчас сгоняют. Но потерял есть... Нет, не потерял. Ни одного рабочего не потерял, да? Вообще хорошо. Да. Да. Сейчас может ловить дотекание. Но к нему на золото встают. На него, золото, у да. него же была еще одна золотушка. Неужели он
поверил, что вот так просто Аид даст ему подвозить золото. Немножко теряется, да, сейчас? Да, мисплей. Скорее всего, вынудит сейчас нажать огненное оружие. Да, скорее всего, прожмет. Нужно просто собирать армию, ничего страшного, или можно драться даже под рестором. Часть нитов еще снизу. Да, прожимается, но очень слабо тут ФВ заходит на самом деле. Да, рестор, да, очень, рестор. Очень сильный. Нет, здесь ГГ, да, здесь ГГ. Вот ошибка была Локи в том, что он решил дотекание засейвить. Дотекание мало. Ну да, ему не хватает еще одного барака, когда он играет с одного ТЦ. Файт проигран под ФВ и... ГГ. Лермонтов просто сделал стандарт. Ничего более. Два ТЦ, барак арчерка и дублирует барак арчерку еще на передовой. Это просто, да, стандарт. Да. Ну, Аид такое спокойно отбивает. То есть это не какой-то... Вот если играешь один ТЦ за Норса, то ему нужно было добывать золотушку, которая сзади, да? Его тыловую. И потом уже прыгать в мифику. В героке это не запушишь Аида, у которого есть рестор. Да. Вот 1-1. Вот так вот. Причем на... Смотри, Лермонтов проиграл на своей карте, а Натар проиграл на своей. И сейчас игроки будут у нас банить карты. Я вот сразу сказал, что вот это противостояние будет очень, ну, интересно смотреть. Так и случилось. Анатар очень сильно поднабрал. Но вот чуть-чуть ему не хватает. Он мог бы здесь на самом деле выиграть даже. Потому что у Аида голый передовой ТЦ. Без какой-либо защиты. Сейчас будут игроки вычеркивать карты, да? Да. Всем привет в чате, кто подошел только. Привет, привет. Вот что, запускай. Ну, я взял небольшое интервью у Анатара перед игрой. Вот. Что интересного? Интересно, я понял, что, ну, состояние у него не очень хорошее. Ну, приболел человек. Вот. Играть ему сейчас тяжко приходится. Голова болит, там, все дела. Так, запускаем, я сейчас отойду немножечко. А я не могу сейчас запускать. Карту-то надо. А, ну хорошо, я имею в виду, я готов нажал. Да. Или потом сбросится, когда... Да не сбросится, нет. Ну хорошо, подойду скоро. Давай. Игроки по очереди будут сейчас банить карты. Кто начнет первый, я так понимаю. Лермонтов. Лермонтов первый банит. А он сейчас скажет, что карты не помнит. Все. А может быть такой, что он просто уступит и скажет пикай сам. Любую. Напоминаю, что банить карты, которые они уже сыграли, они не могут, потому что они и так уже забанены. Нельзя дважды играть на одной и той же карте. Вот. Такие дела. Yes. Анатар банит острова. Кочевник был забанен также.
Мне надо видеть список перед глазами. Карт. То я не помню все. Так, так, так. Вот я нашел 10 карт. Ходячих пней мы с вами не увидим. Лужу тоже забанили, Акрополис улетает. Что остается? Лами остается. Я так понимаю. Еще есть Borderlands. Последний бан остался. Да. Осталось только найти эту карту. Кстати, игра может вылететь, потому что Лермонтов, возможно, не установил себе эту карту, которую скидывали в Дискорде. Ждем пока что игроков. Это еще карта говорит, осталась она так говорит. Какая айдовская карта? Она же в бане. Медит. Так ее забанили. Анатар, по-моему, все водные карты забанил. Yes. Переспрашиваю. Ладно, проверим. Не знаю, может баг какой-то произойти.
Ну, посмотрим. Пока что, кстати, игроки вето не брали. И да, произошло то, что я и ожидал. Ждем, когда Лермонтов установит файл, который скидывали в Дискорде. Надеюсь, он найдет. Че, не запустилось, да, у нас карта? Не запустилось, нет. Нужно установить файл дополнительный? Да. Я, кстати, не увидел, кого они там пикнули. Там сразу дисконнект произошел. Моментально. А что, файл... Давай, может быть, отправим игрокам? Ну, там Анатар попросил, чтобы он в Дискорд зашел. Возможно, он ему объяснит как-то. Можешь ему отправить? Сейчас. Как он называется, этот файл? Я уже не помню, где его там RMS, RMS Lip, по-моему. Все, отправил. Ожидаем. Я так понимаю, сразу после этой игры сразу следует Лермонтов против Марара. Если Марар готов, конечно. Можно сразу потом откомментить еще один бой. И получается, что групповая стадия закончена. Но я еще не все реплеи докомментил, поэтому... Вы видите пока что не обновленную сетку. Там еще две партии не отыгранные здесь. Но я не отметил. Потому что я буду их комментировать отдельно. Это Хаденла против Реза и Ночь Аркант. Вот эти две партии еще закомментить. Кому интересно, актуальная стань турнира, могут зайти на Ликвипедию всегда. Да, Ликвипедия. Можно ссылочку в чат, в принципе, отправить, да? Да, отправлю сейчас. Все игроки готовы? Готовы. Да, поехали. Ну что, какой у нас матчап нас ожидает? Антар же... На ком вообще играет Антар? На Локи и на Ра, да? Локи, Ра. На всех. Ну, в основном Локи, Ра. Очень опасно было бы брать Ра, на самом деле. Так, мне да. Наверное, нужно быть последним. Скажи, пожалуйста, чтобы Лермонтов перезашел. Давай, я его кикнул. Он сейчас перезайдет. Скажешь, да, когда он зайдет? Он коннектится, все, зашел. Итого у нас Ламия, правильно? Да.
Сейчас. Минутку. Ну, карта считается low hand, наверное, нет? Да. Ставь карту. А почему я не могу? А, подождите. Я обсервера не могу поставить, потому что Лермонтов поставил обсервера. У меня он не обсервер. Он у меня обсервер. Он решил меня в бой отправить, я так понимаю. Хорошо, ну это, скорее всего, какой-то баг. Аитра у нас. Представляешь? Анатар берет Ра на этой карте. Он против, да, Марара играл. Здесь и выиграл, но, честно говоря, ошибок у него было предостаточно. И мне кажется, как будто бы здесь хочется что-то взять по типу Локи, за которого ты, ну, лучше. Согласись. Причем счет 1-1, знаю, игра очень важная для него. Потому что если он выигрывает, он занимает первое место. И... Ну, вообще, если говорить, да, то карта для Ра хорошая. Вот, поэтому, если он хорошо отыграет, то проблема с выбором не стоит. Я комментировал... Смотри, у него золото какое есть, да, в СПЦ. Шикарное. Вот это очень хорошо. Я комментировал его игру, когда он играл за Ра, если он услышал все ошибки, которые я перечислял, и сделал работу над ошибками, то, в принципе, может, что-то он и покажет здесь. Карта, смотри, какая очень интересная. Просто две ТЦ-шки передовые, они в одном экране. Да, кстати, это очень странно. Тут даже Миджай не нужен, Ара. Ну, это очень тяжело для него ТЦ, на него будет трудно выйти. Плюс он не нашел второй охоты, тут сейчас кабанчик кончится, куда выходить, на курочек? Ну смотри, смотри, если Аид выходит на передовой ТЦ, хотя... Тут сложно сказать, какой ТЦ у него передовой, согласись, да? То есть... Да, да. Ну, скорее тут всего, левый. Ну да, левый считается передовым. Он занимает ТЦ, кидает стражника, причем стражника можно... Стражник будет динай ТЦ, да? Он будет, да, достреливать до ТЦ. Если он будет не дотягиваться, ну, можно, знаешь, козочку там или рабочего отправить, и, ну, на место, где может появиться стражник, и просто сделать его подальше от ТЦ. Но мне кажется, он будет доставать спокойно. Очень странно у него билд немножечко. Очень хороший релик там... на лимит дополнительный и на хп рабам. Вот этот релик бы Ра взять, и он может рабочим, да, просто драться. А он, кстати, видел, да, скорее всего, на фараоном. Вот релик, который дает популяцию. Популяцию, да, он его, скорее всего, точно видел. Но, к сожалению, из-за того, что фараон у него был, скаутил очень далеко, он не видит свою охоту вторую, да, то есть оленей. Тогда как Лермонтов уже их давно ест. Это, конечно, может зарешать. Здесь ставится монумент. Неудачная постановка склада от Аида, по-моему. Или же он оставляет место под фермы? Тут... Не, на самом деле нормальное, нормальное. Под фермы оставляет место, да? Да, такое, да, 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 да. Можно было бы удалить где... башню и поставить с другой стороны. А где ход ура? Рая? Вообще не видно. В углу, может быть, нет. Очень неудачный спаун. Очень неудачный. Можно было бы коровками там разведать, но, видимо, они не проходят, не знаю. На лес добавляет лишь двух. Третий. Фараон ничего не нашел. Ставится монумент, и тут же темпл уже. Да. Курочка какая-то заканчивается последняя.
Придется есть коровок. Что по еде? Ну, возможно, в принципе, здесь стоило да. делать овец, а не... Ну да, я собак. Соглашусь, это Low Hunt, здесь через овец можно было бы отыграть, там 7 на еду, что-то там 2 на лес, потом на золото выходить уже. А теперь ему может не хватить, кстати, на переход, нет? Нужно бустить фараоном ТЦ, а престом, скорее всего, золото. Я думаю, если подсбросит, ему хватит. Фараон побежал в разведку дальше еще что-то искать. Но он там ничего не найдет, и это... Потеря темпа. Привет, ночь, отличные игры. Первую игру прямо Антар всех удивил. Так, что там у Аида? У него уже переход. Почти готов, и он будет ТЦ брать, это 100%, здесь по-другому против Рая играть опасно, если он будет пытаться одного ТЦ, его пережрут, банально. Поэтому 2 ТЦ, возможно даже сразу 3, да, у него под третьей ТЦ-шкой находится охота, прям даже амбар ставить не надо. То есть в этом плане все приятно, плюс идеальная голда в тылу, просто идеальная. Ночь поддержал на 555 рублей, спасибо. Смотри. А апгрейдов нету, Аида? Заказ Турича равно. Спасибо еще раз, ночь, спасибо большое. Апгрейдов у Аида никаких нет, то есть он будет сразу опять делать как в прошлой игре, ты думаешь, или как? Нет, нет, почему? Он только берет ТЦ, апгрейды можно сделать попозже. Пока проблем вообще никаких не вижу. Да, вот уже выходит на хант. Релик пока что никто не берет. Причем два релика очень хороших, и никто не решается брать. Mm-hmm, потому что, да. Смотри, Аид берет релик на хп рабам, это очень хорошо против саранчи. 100%. То есть он может спастись. Тем более у него есть рестор, если там саранча очень хорошая залетает, как будто бы можно просто рестор отдать, да? Да. Еще как вариант рестор придержать под торнадо. Но если бы Ра там играл Баст плюс Хорус и пытался бы с одного ТЦ, да, играть через мифов, там, Мигдаль, с попыткой кинуть торнадо, то там просто надо одновременно и затмение прожимать, и торнадо давать. То есть сначала торнадо, а потом затмение тут же моментально. Иначе Аид очень легко одним ГП может, классическим ГП, законтрить... Мифический, да? Получается. Да. Берет третий ТЦ, да? Вот так вот нагло. Что может Ра сделать? Смотри. Какие у него варианты? ФМ. Осирис, ФМ, да. Рейдить. А почему Осирис, а не Хорус? Хорус слабый против греков, я считаю. Если ты не играешь баст. Почему? Ну смотри. Греки любят делать коней. Согласись. Ну, просто ты никогда не запушишь Аида с Хорусом. Дается рестор в торнадо, и все, и у тебя заканчиваются опции сломать ТЦ вообще любые. А как ему выходить на свой передовой? У него отжимает его же ТЦ передовой. Ну, с Осирисом, с катапультами. Ну, тоже верно. Какие опции у Аида выбивания вообще с Осириса есть? Твои предположения. Проход, да? Прикинь, проход Василиса. Поздний дождь, да, достаточно? Да, он запоздал на 1.5 минуты. Очень поздний дождь. Ну, с таким дождем ФМ хочется делать тогда. Смотри, куда рабочие идут у Лермонтова. Прям ко второму ТЦ. А вот это Антара? Что такое? А вот это хочется понять.
Неужели он сейчас будет? Стоп, смотри, куда что? Он находит. Боже мой, куда он же? Он шел на охоту и просто теряет рабочего. А прикинь, если бы сейчас Анатар среагировал и просто кузницы бы заблочил всех рабов, он бы потерял куда больше. Он потерял двух сейчас. Третий ушел на лоу хп, и там ставится, конечно, плюс арчерка. Смотри, какое золото у Анатара слева. Да, и... Там можно перевести на рухи, да, я думаю, лучше рабочего. Да. И... Нет, туда можно забежать, в принципе, снизу. Тут есть проход. Это можно сделать. На самом деле, знаешь, что я думаю? Что Лермонтов может очень сильно остаться в классике на очень долго. Из-за того, что... Из-за того, что побегал и рабов потерял, да? Ну, да, и охоты нет уже больше. Поэтому здесь очень сильно Осирис может. 2 ТЦ Осирис сыграть. Посмотрим. Сеется ферма, в принципе. Что по апгрейдам? У Аида, значит, грейд на собак, кирка, больше ничего нет. Забрал релик на плюс 40%. Пошли фермочки, фермы он не успел подсеять, видимо, да? Он всю карту закрыл уже, всю карту. Да, не успел. Ну, за Аида так и нужно играть, да, закрывать всю карту против Ра. Ограничивать мобильность. Заставлять того выходить в осадный лимит, для того, чтобы выбивать это все, да? Чтобы не было такого, что Ра просто сразу бежит тебя рейдить. У Аида стеночки-то прочные, и плюс здание. То есть можно смело там конюшню и арчерку использовать как какую-то оборонительную, ну, оборонительную стенку. Странно, почему он уже нажал стражников на этот ТЦ. Вот так вот сразу, да? Можно было под рух придержать какой-нибудь, да? Допустим, если бы на ТЦ-шкой пролетал рух. Или под передовой ТЦ. А вот рух летает, находит скаута, тут же его убивает. Для того, чтобы не палил выход на голду. До сих пор нет мигдаля почему-то. Не, мигдаль будет ставиться снизу. Но суть в том, что рабочим придется очень много бегать. Очень много бегать. А смогут ли они там пройти? Не, он будет бить стенку. Придется бить. А стенка очень прочная, и сейчас... Как же много времени выигрывает, ну посмотри. Да, очень много. Нужно было на рухи вести. Или вообще мигдаль ставить просто. На вот, базе. Где фараон. Да, где фараон. Да, тут можно было смело ставить мигдаль, тут же и осадку, да, и просто пушить. Да, да. Просто пушить в этот ТЦ с Хорусом, опять же. Я не знаю, почему ты так сильно не любишь Хорус тут. Как просто будто бы с ним... Просто. Ну, да. Смотри, мигдаль стоит на базе. Очень странный мигдаль. Причем не ударяет тот, да? Ну, то понимаешь, его... можно было бы как-то развести. Ой, смотри, хорошая саранча. Да, саранча, но неплохая. Забирает тут 2, 3, 4, 5, 6. Еще один пробитый. 6 рабов забрал. Не, ну вот это вот неплохо. И Анатар врывается по очкам вперед. Но он уже практически десяток убил, можно так сказать. Потому что там 2 шальных раба под ТЦ. Прибегает Херон. Ну, наверное, он уже не отпустит. И здесь что остается Ра делать? Ну, рух не убежит. Херон очень быстрый на патче. Анатар может просто разменяться в рабов. Очень много теряет. Лермонтов прям очень много теряет, это может быть фатально для него. Если сейчас Анатар будет как-то пушить. Есть ли мифика? У него уже должны быть ресурсы на мифику, согласись. Он очень долго сидит без армии. Да, должны быть. Он, наверное, он будет пушить... Осадку. Да, наверное, будет пуш в этот передовой ТЦ. У него айдол просто... Верблюда. Смотри, есть пески. Можно попробовать как-то прыгнуть на вот этот ТЦ, который еще никто не забрал. Смотри, Херон до сих пор не убил этих мифов. Да, они продолжают настреливать здесь. Нет, ну, смотри, 6 верблюдов уже айдол. Анатар пытается рабов наубивать, я так понимаю. Ну, да, Азири вот. Заказывается. Да. Что по апгрейдам? Ну, неплохие апгрейды у него сейчас. Выходит осадка. Там буквально там уже Фродита. две тычки и минус стенка. Да. Да.
А что делать с Афродитой? Она в заказе? Да. Что по таймингу? Нормально? Ну, с учетом того, сколько он потерял, да. Хорошо. То есть это играбельная ситуация. Как ты смотришь на то, что у Грека до сих пор нет топора на 14-й минуте? Ну, негативно к этому отношусь. Я фанат ранних апгрейдов. Да, топор это, ну, тир-1, согласись, для Грека, который очень много дерева тратит. Конечно. Смотри, проигрывает он тарфайты, делает осадки. Ну, как будто чувствуется какая-то растерянность, да, непонимание того, что делать. Ему да. Тут нужен щиток сходу, прям с нулевой. Как только начал делать верблюдов, сразу уже там и щиток какой-то делать. Одинокие осадки без поддержки. Тут рабочий на одном хп прогоняет все это дело. Плюс кони еще. И куда он пойдет на золото вот сейчас? Все, застроили ему караваны. А читай. Вот и Осирис. Смотри, одновременно с геройкой доезжает, да? А вот стоит ли Аиду сейчас брать до мифики 4 ТЦ? Да, ну, да, да, да. Но только я бы взял... с поддержкой караванов? Да. Я бы взял 4 ТЦ и остался бы в геройке, и все. Плюс караваны, сразу. Да, да, конечно. И стараться просто хорошие файты принимать, да? Мифика не нужна против... Ну вот сейчас не имеет смысла. Мифика наберется, когда файты выиграешь. Да. А файты ты выиграешь, потому что армия сильная. Да. Ну смотри, но он ставит уже маркет, видимо, ресурсы были, и заказывает Гефеста. Но осадные башни, они хороши против лучников, впитывают. Но как будто бы нужны катапульты тоже, да? И выходить сюда со вторым мигдалем. Фараон, видишь, чем занимается? Не вижу. Ой, ему закрывают караваны полностью. Да, фараон. Почему-то не тут. Не тут, Осириса нет. Осирис нужен. 4 осадки, голые осадки без поддержки. Просто сливается под аидовским ТЦ. Он не должен сломать, он не должен сломать. Теряется, здесь. Теряется, Антар. ТЦ будет стоять. Ставится еще один мигдаль. Много мигдалей, мало армии. У него, согласись, все было хорошо, если бы он не терял юнитов сейчас и подвел бы Осириса. Да. Здесь да. Было бы очень больно для Аида. Очень больно. Но еще неприятен. Потому тот что луги факт, базовые. Что... Да. Да тут как будто бы даже ему и не надо караваны делать. Ра, да. Он просто выбивает этот ТЦ, выходит на нижний угол и там ставит маркет. Согласись, просто отдаем верхний угол. Я не совсем понимаю, просто где Осирис? Он про него забыл, да, он про него забыл. Заигрался. Может, он фараона не может найти своего? Такой может быть? Но... Если он флажок не установил на героев, да? Не, но он быть. У него должен быть флажок на героев. В итоге видишь, он ждет, а время только на Аид играет. Да. Аид в лейте самый сильный бог. Или ты поспоришь с этим? Я думаю, Аид Ра и Сида. Давай так, если у Ра нету позиционки, то считаешь, что... Ну, позиции я имею в виду под ТЦ там вражеским, аидовским каким-то. Да не, ну все равно играть можно. Чудом выиграть, да? Ну да. Ну да, чудо это сильно. Аид не успеет так быстро поставить. Даже имея Divine Blood какой-нибудь, да, все равно ты быстрее не поставишь. А вот и Осирис, все-таки он решил подойти, потому что, ну, надо своим ребятам тут помогать, что-то не справляются. Проверка наличия щитка. Щиток есть. Кстати, он еще сделал апгрейд на верблюдов, который дает Осирис. Потеряет фараона. Ой-ой-ой-ой-ой. А нет. Не замечает тут Лермонтов.
продолжается долбежка в этот ТЦ. Нечем колосса убивать. Кстати, да, мумия отдалась. Честно говоря, Осирис хорош против Аида в том плане, что мы можем просто в масс верблюдов играть. У нас верблюды убивают коней, убивают лучников. Это все-таки уже... верблюдера. Здесь уже тяжелая охота. Ну, смотри, гоплит и верблюд, вот где Осирис, вот они дерутся. Верблюд практически не чувствует урона. Он на себя трех гоплитов сагрил и просто, ну, впитывает нереально. Потому что у него уже есть апгрейд Осириса. Ну да, но при этом это всего лишь один апгрейд. У него нет брони. Банально нет даже брони. Угу. Да, у Аида тоже, кстати, апгрейдов по нулям. Ничего нет. Ну, Осирис, смотри, смотри, Осирис накидывает, но он в колосса вообще не попадает. А нет, он сейчас попал. Да, ну просто тут спамит жестко. Без голды. Почему-то нет, нет почему-то бараков. Да, и голды нет. Караваны закрываются. Ну тут можно было бы без бараков играть. Просто он очень много потерял. Дал выйти Аиду в лейт, в пехоту. И тут надо разбавлять бараками, но уже как-то поздно. Мало того, что золото согнали, он, у него караваны не ходят, по-прежнему опять снова закрывает ему караваны здесь. Аидовские стенки. И при том, что там даже масонов нету еще. И копеечного апгрейда за 200. Да. Чемпионская кавалерия. Смотри. Интересно. Вау, катапульты. Две катапульты не могут убить стенку за, ну, за выстрел. Это сильно. А тут уже тени пошли. Вот все. Да. Ну и апгрейды. Апгрейды все. Дешевые. А где сынок? Он жив? Видимо, нет, да? Он убежал куда-то. Он в форт, в Мигдаль залез. Ну и все. Спам Аида не остановить. Да, но спаун карты, конечно, такой, да? Да. Интересный. Что мы имеем? Смотри. За Посейдона он, значит, проиграл. Делаем вывод, бок слабый. Взял Аида, выиграл две игры. Выиграл, ну, там турнир. Карта была очень неудачная. Ну да. Мне кажется, для Посейдона. Да, соглашусь. Ну не, но все равно там можно было выиграть. Можно было. Ну сам видел, да? Просто он конями никуда забежать не мог. Не нашел. Как-то хаотично бегал. Безыдейно. Угу. Осирис может сейчас умереть. Ну Ра еще будет играть, не знаю, может чудо поставит. Хотя, да какое не, чудо, у него нету золота. Вообще нет ресурсов. Он сейчас торгуется. Четыре тацаид. Четвертый берет. Поздний выход на караваны, да? Согласись, очень поздно, да? Но фулл апгрейда на эко. Тем временем, ура. Вот такие вот апгрейды. Слабенькие для 22 минуты. Уже фулл апгрейды должны быть. Не, ну Осирис еще живет. Угу. Но как пушить-то? Никак. Ну вот это золото. А кстати, он нашел это золото же, правильно? Это он видит, кто разведал? Да, да, он. Можно было бы рук создать, попробовать, да, как-то через рук отправить. Пытаюсь найти хорош. Хотя бы один аут для Ра, что он может сделать. Вот. Все хороший файт сейчас? Нет? Не, Осирис очень не хорошо будет. Накидывает. Но сейчас его могут в любой момент зафокусить.
Вот ты говоришь, нужны бараки. Смотри, Ра без бараков тут справляется. Одними колесницами, причем они только базовые. Базовые колесницы. Не, да, Ра тут может... Сильно. Ра, играющий через Осириса, может без бараков играть очень долго. Поверь. Это так, он может долго без бараков. Главное хорошо микрить. Армия-то мобильная. Отводить колесницы пробитые. Как лодочки, да, микрить? Примерно. Угу. Ну и плюс... хочется какой-то форт, башенки здесь. Но первое, о чем он должен задуматься, это как выйти на золото. И Лермонтов тут палит этот момент. Он видит это золото и одним рабочим там добывает. Да. Он уже понимает. Смотри, что он сделал, Лермонтов. Какой апгрейд он сделал на лучников? И на пехоту. Да-да-да, чтобы быстрее создавались. Как ты к этому относишься? Это очень хороший грейд. Очень, кстати, многие игроки почему-то игнорят вообще этот апгрейд. Даже будучи в лейте, имея много ресурсов, они отказываются вообще это делать. Они считают, что построю я больше бараков, и ну, эффект будет такой же. Но можно прям буквально там с двух бараков передовых, да, прям очень быстро восстанавливаться. А те, которые чуть позади находятся, они могут даже и не работать. Зачем? Что делает Лермонт с армией? Она просто айдл. Да, смотри, просто встали. На Альтесе? Скорее всего. И смотри, 4 колосса. Но это уже, мне кажется, издевательство. Пошло может какой-то быть, да, со стороны. Лермонтов, как будто можно за такое наказать, да, и дать ему луз. За что? Почему? Унижение какое-то происходит. Не дерется, делает колоссов. Что это такое? Тени какие-то пошли. Ну да, все, ГГ. Не, ну тут просто Анатар. Ну, очевидное. Ну, очевидное поражение для него, да. Он не пытается выйти как-то на золото. Там 4 ТЦ у Аида и нужно сдаваться, потому что, ну, 0 опций тут на победу. Камбэк 2-1. Вот так вот. Вот так вот. Расслабился, наверное. Как будто бы Лермонтов дал ему выиграть, да, чтобы тот... расслабился. Да, и взял кому-нибудь там другого, например. Ну согласись, игры прям разнятся очень сильно. Когда он взял там Аида, все, игра по-другому пошла. Опыта не хватает на Ра. У него тайминг перехода в геройку на 10-12, это очень поздно. То есть ты можешь такой переход сделать уже с 2 ТЦ в мифику. Ну не 10-12, но 10-30 у тебя... Не, даже на 10-12 можно, я вам серьезно говорю. Просто без мигдаля на 10-12 можно уже иметь мифику. Это если мы не делаем топоры и не делаем монумент второй. Вот так. А он только в геройку переходит, это очень поздно. Но даже с таким поздним переходом у него была возможность выиграть. Если бы он не пытался выйти на караваны, просто поставил бы маркет одним рабочим, поставил бы мигдаль сейфовенько, да, там где он золото добывал. Возле своего ТЦ. И фараон где находился. Вот, и уже оттуда как-то пытаться играть. В нижний ТЦ еще пойти там мигдаль поставить второй. Вот да. Так вот. Вот такие игры. Интересные получились. Что, нас ждет сегодня еще один матч? Да, но после паузы. Небольшой. Так что... прощаться с вами не буду. Вернемся через некоторое время.